Возле управления СБУ в Ровенской области с самого утра собрались около 30 священников Украинской православной церкви Московского патриархата. 12 из них вызвали на допрос. Остальные приехали просто поддержать своих собратьев. Інкримінація йде, згідно допиту, державна зрада і розпалювання релігійної ворожнечі. Однако в СБУ не уточняют, по какому именно делу вызвали священников Московского патриархата. Говорят лишь, допрашивали их в качестве свидетелей. Заявляем, что будем отстоять свою правоту и наклепов на наших священников. Просим больше никого не сводить. Кроме этого, СБУ сегодня обнародовала результаты обыска в помещении УПЦ МП в Житомирской области. Сотрудники СБУ говорят, нашли 75 экземпляров листовок и книг. Они якобы содержат признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни. Согласно заключению экспертизы Украинского научно-исследовательского института технической и судебной экспертизы, это издание содержит пропаганду религиозной нетерпимости, оскорбляет чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями, разжигает религиозную межконфессиональную вражду и ненависть. Такую же брошюру на прошлой неделе сотрудники СБУ нашли и в доме наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Обыски проводили в рамках производства разжигания межконфессиональной вражды. Сам митрополит утверждает, что в загородном доме не живет уже 5 лет, а обыск связывает с предоставлением Украине Томоса и созданием единой поместной церкви. Они обещают нам, не нам, а им сегодня, завтра, послезавтра, будет в Токефале, будь ласка. Хай об'єднуються між собою, хай отримають, а в нас уже все є. Если вину фигурантов дела докажут, за разжигание вражды им может грозить 2 года исправительных работ или лишение свободы до 5 лет. Юлия Жукова, Дмитрий Леонтьюк. Настоящее время. Украина.